честно говоря, на концертах подобного жанра я до этого не присутствовал и на трэш-метал до этого не ходил. И, можно сказать, это был мой первый раз. И могу сказать, что это впечатляет. Впечатляет конкретно по музыке. Какой-то экстрим-вокал я слышал и до этого, слышал, скажем так, более экстремальный вокал, не знаю, как еще сказать. Но именно по музыке ничего подобного я до этого не слышал. Это действительно впечатляет. Прям я удивлен. Я удивлен в хорошем смысле этого слова, это было круто. Я не могу сказать, что я там очень хорошо разбираюсь в музыке и являюсь каким-то экспертом в различных музыкальных направлениях, но я могу сказать, что конкретно на Testament меня удивило то, что в каждом аккорде, в каждом соло, в каждом движении этих людей я видел опыт, я видел возраст этих людей, и это действительно были очень странные для меня ощущения, довольно новые для меня ощущения, и это было здорово. Это было здорово, и да, я считаю, что этот жанр осядет у меня и в плеере, и я действительно буду посещать концерты подобного жанра, потому что, ну, до этого я мог с уверенностью сказать, что трэш-метал я не слушаю. Я ошибался. По звуку могу сказать, что Йота обеспечила действительно хорошее звучание. Когда вышла разогревающая группа, Полигон, если не все правильно помню, звук был прям чистейший. Когда вышли Testament, планка повысилась, и звук стал еще круче. Это прям здорово, учитывая достаточно экстремальную направленность этого жанра. Это меня удивило, очень-очень приятно удивило, все было круто. По контингенту. Относительно недавно я задался вопросом о том, куда же надо сходить, на какой концерт надо пойти, чтобы там не было огромного количества неадекватных, обсаженных людей, ну, назовем их от 15 до 18 лет. И, кажется, я понял, куда надо ходить. Молодые люди были, но вполне адекватные, вполне себя нормально вели, они не были там жестко упороты алкоголем или чем-то подобным. Основная масса людей, которая присутствовала на концерте Testament, достаточно взрослые, я уверен, состоявшиеся люди. И это тоже добавило интереса к этому концерту, потому что ты видишь, что группа интересуется действительно старшее поколение, и, честно говоря, на первых двух-трех песнях я даже немного побаивался вытаскивать палку для камеры, вот эту, потому что боялся, что меня неправильно поймет старая школа. А именно старая школа, именно этот термин приходил на ум, когда я оглядывался вокруг. Еще меня удивило то, как они отрываются. Рядом со мной был мужчина лет 55 с длинными волосами в косухе, который орал около меня с полным ртом крови. Да и в целом эти ребята, которых, я уверен, многие назовут старперами, дадут жару молодому поколению. Они знают толк в металле. Ребята, мое почтение. Ну, вроде это все мысли и эмоции, которые пришли в голову на концерте Testament. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм проекта, группу на Фейсбуке, оставайтесь на связи и ходите на концерты. Меня зовут Антон Павлов. Пока-пока.